Привет, меня зовут Марина, вы на канале Music Market, а мы в мастерской Jack Master. В гостях у Кирилла. Всем привет. Который расскажет нам, как правильно менять струны на акустической гитаре. Поехали. Для этого нам потребуется не так много инструментов и не так много навыков. Сама процедура очень простая, но очень часто возникают вопросы о том, как это сделать. Сейчас мы об этом поговорим. Для того, чтобы снять струны, можно крутить руками, а можно использовать вот такой вороток. Это гораздо удобнее, гораздо быстрее. Мы особо сильно не напрягаемся в этот момент, и это происходит гораздо быстрее. Сняли струны с колков, теперь нам необходимо снять струны с бриджа. Для этого есть два способа, как это можно сделать. Первый способ. На воротке есть вот такой вырез. Многие не знают, для чего он предназначен. Он как раз-таки нужен для того, чтобы доставать пины из акустической гитары, которую мы подводим под пин и вынимаем его. Если вдруг у вас такого инструмента нету, то пин можно извлечь с обратной стороны, подталкивая его пальцем. Все, старые струны мы удалили. После того, как мы сняли струны, нам необходимо обработать накладку лимонным маслом. Это защитит нашу накладку от растрескивания. После того, как мы нанесли масло, нам необходимо выждать минуту-полторы для того, чтобы масло впиталось и лишнее масло удалить салфеткой. Инструмент готов к установке струн. Струны ставятся в обратной последовательности от того, как мы их снимали. Заправили струну, вставили пин, подтянули и уперли до конца. Вставили. Уперли до конца. Очень часто музыканты сталкиваются с такой проблемой. При настройке инструмента пин начинает подниматься. Это говорит о том, что струна неправильно установлена в бридже. Это происходит из-за того, что струна вот таким образом упирается в пин. И в момент, когда мы ее настраиваем, она у нас выталкивает пин. Поэтому установить мы должны струну вот таким образом. И тогда при настройке она у нас упрется в деку, а пин всего лишь ее удерживает, чтобы она не выскочила из паза. Струну мы установили в струнодержатель, и сейчас мы их будем устанавливать на колки. Продеваем струну в отверстие колка. Оставляем небольшой запас на струне. И начинаем накручивать. Очень важный момент, что первый виток мы должны пустить выше отверстия, а все оставшиеся опустить ниже отверстия. Все, мы установили струны на этот инструмент, осталось его только настроить.
Ну что ж, инструмент настроен и готов для игры.